Кстати, что у нас 25 число, еще неделька как раз в этом месяце осталась. В принципе, у этого месяца есть шанс стать лучшим месяцем. Шестизнак в этом месяце, думаю, что есть уже. Пошел ты нахер, козел! Так, ну что? Давайте. Побеждать будем. Может, моя очередь с королями не в тузы съездить, как считаете? А ловко ты это придумал. Конечно, это очень похоже, но я не того уровня игрок, чтобы здесь что-то придумать. Валет. Сейчас без. Стоять, пожалуйста. По-братски, вот так вот. Я понимаю. I know how it feels. I know that feel, bro. Такой примем. Стоямба. 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 Стоямба буана. Стоямба. Думал, тут обхитрит всех, запушит просто на 3-бет с королями, да? И я такой радостный кол по дамам нажму. Наконец справедливость у нас вот. Чтоб на 1к справедливость. А ты не приел ли? Ну да, так-то приел. Идеальная раздача, просто, блядь, идеальная. Я просто машина сегодня. На все остальное насрать. Ну, от него там прям сильно не хотим кол. Ну, снэп-кол от этого тоже не хотим, конечно. Ой, блин. Пи***ц. Что за мразь, а, блядь, два раза получить кулерища такие, рот. Просто за три раздачи, блядь, весь профит кушу, блядь, просто. Тут и сказки. Пи***ц. Что-то как-то в себя бы прийти, конечно. Ну, я даже не в минусе еще. Задел был неплохой. Но, блин, так обидно. Это, конечно, подряд одному и тому же переапанному хрену, который как бы сильный игрок. Ну да, но, блядь, он и так выигрывает миллионами деньги. Надо обязательно с меня просто с королями просто по кулдауну собрать. Мертвецких кулеров, которых нету ноль от... Ну, ноль отков просто. Как иначе просто. Ну, хоть где-то тильт на руку сказался. Вообще пас я хотел нажать, у меня рука сама соскользнула. А у нас второй нас, да? Ну, я не выкину здесь уже на рейс. Хотя, конечно, тут 7 червей, это вполне себе история. Но не в этот раз, видимо. Хорошо, последок успели. Давай, узнаем. Дарл Гохт или Дарл Лох? Лох! Дарл Лох, видимо. Идеальная раздача просто. Ну тут, конечно, у меня value рук вагонище просто. Типа валеты все так же смогут сыграть. Мы можем даже так же сыграть с король 10. Окей. Okay. О, сюда! Оплаченная каре. Вот это ли не чудо, ребятки? Что за прелесть, а не игра? Ну, твою мать. А, ничего, кстати. Отставить. Отставить девятку. Отставить. Отставить. А я не хотел садиться туда. Непонятно почему. Че, барак, решил нам оформить все-таки двадцаточку? Ага. Ой, дурак. Согласимся. Ой,
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пойдет. У тебя две пары, да. Это лучшие две пары, наверное, которые у тебя здесь могут быть. Хотя тут король иногда против ТГ тоже колется, но вряд ли в этой глубине. Он же тоже понимает, у меня тут 16 комбинаций валет 10. У меня пятерки. Ну, это понятно, что у тебя десятка там была. Ну, ясно, валет 10, отличный пас, молодец, Миш. Я просто похлопаю. Да, почему ванс-то, брат? Ну, ладно. Да, блядь, так красиво было бы. Ах, ну, ладно. На фанты круче. Да нет, вроде не на фанты, что-то... Что-то тратится даже эти деньги. Вчера вот вывел 50 тысяч долларов, думал сегодня Doom Switch включит. Нет, нормально сегодня тоже. Но я не чувствую здесь достаточного количества блефов. И просто нахуй ставить. То есть у меня либо пустая рука, либо... Ну то есть ему не надо с блефами здесь такой сайз ставить, мне кажется. Дядя, не надо! Четко. Я опять был уверен, что там дам валет. Мне уже надо отучаться от того, чтобы думать, что у ребят всегда нац. Как бы. Тем более, что месяц-то обстриковый вроде. Октябрь мне нравится, короче, скажу честно. Я даже не буду сегодня руки разбирать. Я считаю, что сыграл ноль ошибок просто. Все, спасибо за внимание. Увидимся. Пока-пока.